Ну, в общем, у нас, как обычно, состоит из трех частей. Это обычный колбас, колбас с хэтами и звонкий колбас в конце. Прослушаем. Это обычный был, теперь с хэтами. И звонкий. Понятненько. Начнем с ударника. Он состоит... сам по себе ударник состоит только из кика и снера в самом начале здесь. Кик обычный из набора Vengeance Essentials, а вот снер немножечко другой. Он у нас из самой мелодии. Я его взял из оригинала. Каким образом? Показываю. Нажимаю на оригинал. Edit открывается. Делаю на ноутбуке, поэтому медленно. Открылся. Увеличиваю. Вот у нас ударник уже появился. Вот в эту часть перетаскиваю. Вот здесь где-то у нас будет снэр. Вот этот, наверное. Да, он и есть. Вот его вырезаем, вставляем. И получается... что из оригинала у нас снэр. Замечательно. Вот есть такое дело. Так, теперь еще у нас в самом начале уже начинается вот этот звук классный. Ну, на самом деле ничего сложного. Harmless синтезатор. Здесь выбираем Heavy Moog и начинаем его лопатить. Во-первых, добавляем хоруса немного дилей, реверберацию и там, где компрессия, выбираем дисторшн. Выбираем дисторшн и делаем такой хорошенький дисторшн. Без него вот так звучит. С ним звучит грознее. Дальше вот здесь вот выбираем где-то на третью часть. Показываю, как было и как сейчас стало. Получается более продолжительно. Frequency наполовину. Ну, больше ничего, наверное, не изменял. Так, все. С этим есть такое дело. Ну и сама мелодия, смотрим, вот так выглядит. Ничего сложного, включаю. Вообще ничего сложного. Вначале у меня вырезка идет обычная. Из мелодии самой. Все. Идет крэш. Ой, простите, это не крэш. Вот крэш. Идет крэш. И вот, чтобы нам показать, что вот что-то началось такое мощное и крутое, вот добавлен такой сэмпл. В самом начале. Он придает такую объемность в самом начале. Ну, его почти не слышно, но, поверьте, он придает крутости. Видите, длинный сэмпл идет. На него наложен GLFO, то есть сайдчейн. Он постоянно прыгает. Поэтому мы тоже его почти не замечаем. Это тоже придает объема, и постепенно этот звук увеличивается. Ну, давай. Ладно, надоело. В общем, он увеличивается до самого конца. И потом в конце у нас идет то же самое. Сэмплик из самого оригинала. Вот такой свитч. Не знаю, как это точно называется, но вот такой звук. Вот. И пошел колбас дальше. С крэшем тут. Крэш установлен. Понятненько. Вот здесь вот уже меняется. Чуть-чуть. Меняется следующее. Добавляются постоянно хэт. Обычный хэт закрытый.
И у него громкость, вот сейчас я включу и нажму на эту кнопочку, видите, неодномерная, то есть прыгает постоянно громкость. Дальше, пошли. Во время ударника у нас не постоянно все одинаковое, в общем, иногда появляются некоторые звуки дополнительные, допустим, вот здесь вот так. Это вот все было в оригинале для различия ударника, чтобы интереснее было слушать. Ну, видите, я тут переключаю, все эти ударники у меня разбросаны. На самом деле это все один сплошной идет. Просто я по-разному делал. И еще тут есть один момент. Два клэпа. В конце в самом немножечко хлопают с правой стороны. Вот видите, направо перевел, с правой стороны хлопает. Есть такое. Вот он здесь встречается. Сейчас я воткну. Услышали. Не услышали, ладно. Дальше. Здесь у нас ничего практически не меняется. Я же сказал, только добавляются вот эти хэты постоянные, которые играют. И вверху вот эти вот сэмплы. Вот. Вот эти два сэмпла. Один из них выглядит так, звучит. И второй вот так. Тоже особо ничего такого прям сверхъестественного. Скорость была, кстати, у них 128, а я сделал 136. Поставил сюда точечку. Увеличил изображение. Ну, еще больше, чем сейчас. Оно было вот, допустим, вот так. А я все... Ну, не все, конечно. Все передвигается сейчас вот так. Было вот так, а я подставил прям под ритм. И все, у меня теперь играет. Вот уже накосячил. Сейчас подгоним. Все, пойдет. Так, и вот здесь вот еще не забыл поставить... Где оно у меня тут? Вот. Не забыл поставить Pro Default. И тут тоже Pro Default. То есть, чтобы у нас высота была точно такой же. Есть такое дело. Так, ну и как вы уже услышали, еще в конце, в третьей части... Сейчас вот так сделаю. Оп-оп. В третьей части, вот в этой... звонкой. Добавляется еще один звук. Этот звук такой дэндиуский. Как он делается? Захожу. Wasp. Здесь пресетов, пресет FSave. Ну, в общем, там он был другой. Просто-напросто полностью его перелопачиваем. Ставлю квадратные квадраты. Вот эти кнопочки. Вот. Потом был вот такой. Добавляю еще одну октаву вот так. И пошло дело. Так, ну, в общем, еще что-то изменил, но уже не помню, не особо важно. Вот это основные моменты. А, ой, забыл, называется как. Вот это убирал, чтобы остаточного хвоста не было. Вот забыл. Ну ладно. Так, все, закрываем. И получается... А, копирую. Вот здесь вот он, мелодия. Вот она мелодия. Правая кнопка мышки. Edit. Copy. То же самое мелодия. Только теперь правая кнопка мышки. Edit. Past вставил. И играет такая. Вот. Еще убрал басы, чтобы не... пересекались. Пересекалась она с басом, с моим основным. И получился такой звук вместе, совсем вместе. Вместе, совсем вместе. Вот. Ничего особо такого прям сверхъестественного здесь нет. Надеюсь, вам все уже еще понравилось. Еще будут новые видео. Мне это только что подсказали. Я вот прям взял и сделал. Я подумал, почему бы нет. Действительно, мелодия вроде как популярна была. Вот, сделал.
кому понравилось, те ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до свидания.